Итак, добавляем звуки и музыку в нашу игру. Будем это делать, ну, для вас я это делаю в первый раз, для себя я это делаю уже в третий раз, поэтому я уже все наизусть выучил. Добавляем вот эту штуку, добавляем на нее Global. Она у нас теперь есть по всем уровням. То есть, если я зайду в свой первый уровень, где у меня она не стоит, как вы видите, она у меня все равно присутствует. Дальше что? Правильно, мы загружаем файлы со звуками и музыками, чтобы вам продемонстрировать, как они работают. Загружаю я файл пистолета, загружаю заранее музыку, ищу теперь скрипт, где я должен буду стрелять. Давайте УЗИ, допустим, и жму play, autoplay ресурс, жму пистолет, все готово, я добавил звук. Теперь каждый раз, когда я, к примеру, возьму УЗИ в руки, начну стрелять, будет воспроизводиться звук. Теперь, как сделать пространственный такой звук? Ищем нашего врага, потому что от него будет этот звук зависеть. Ищем там, где он стреляет с УЗИшки, к примеру, потому что она далеко от нас, чтобы проверить, как это работает. Жмем autoplay ресурс от object, чтобы он, отталкиваясь от объекта, воспроизводил разный пространственный звук с разной громкостью, потому что разное расстояние до камеры. Заходим, теперь мы идем, теперь, когда по нам начинают фигарить, ну, вы слышите, что звук сначала тише, потом громче. Чтобы разница была более яснее, более ярче, вам нужно посидеть, поиграться с вот этими пространственными звуками, с вот этими параметрами. Потому что я не помню, что здесь из чего отвечает, поищите на форумах, я думаю, вы разберетесь. Переходим к музыке. Что у нас с музыкой? С музыкой у нас проблемы. Окей, с музыкой у нас даже проблемы во время съемки. Оказывается, походу нужно все-таки, несмотря на то, что у нас не рисуется здесь эта штука, то, что мы с ней можем взаимодействовать, походу ее надо взять, скопировать, вставить на уровень, и тогда она будет работать. А, просто замечательно, просто Sekiro Construct, просто высший класс. Касаемся пола, у нас воспроизводится в начале музыка. Давайте запускаем. Играет музыка, охеренно. Так, извиняюсь, забыл добавить самое главное. Переходим вот здесь. При получении теперь пули взад, хочу показать вам, что должно происходить, почему у нас все с вами не будет работать. При получении пули взад у нас загружается файл, все как в прошлой серии. Что происходит? Она просто обрывается, потому что что? Правильно, потому что она у нас воспроизводилась на предыдущем уровне. Окей, заменяем. То, что нужно коснуться другого пола, чтобы она воспроизвелась. То есть давайте сейчас захожу, начнет воспроизводиться музыка. Она начинает каждый раз снова, по-новому. Почему? Потому что когда мы загружаемся, правильно, он у нас откатывает. И что делает? Воспроизводит музыку по новой. Окей, значит, оно должно работать одним действием, вы подумаете. Да, я с вами согласен. Окей, давайте добавим переменную, которая у нас будет воспроизводить эту музыку один раз и больше никогда. Тогда у нас в самом начале все значение статуса игры, так сказать, равно нулю. Оно нам, кстати, потом еще пригодится, но уже в другом тотале, в следующем. Когда я касаюсь машины, что происходит? Правильно, статус игры меняется на один. То есть что-то уже произошло в игре. Потом, когда я загрузился на этот второй уровень, следовательно, ну, я же коснулся машины, меня перенесло на второй уровень. Логично. Статус игры стал единицей. И она воспроизвела музыку, да, и заглохла. Перестала играть. То есть он воспроизведет один раз музыку и больше не будет воспроизводить. Кстати, нужно обязательно для такого добавить еще повторение. Потому что она изначально музыка не повторяется. Там нельзя настроить. Вот, она играет, да? Получаем пулю, она все равно пропадает. Интересно же почему? А потому что почему-то в Sekiro Construct, когда вы загружаете уровень, он забивает на то, что играла. Что с этим делать? Удаляем все почти. Ну, не все почти. Отказываемся от сохранений. Вместо них у нас будет просто перекидывать на текущий же уровень. То есть вот мы там коснулись пули, нас перекидывает на второй уровень. Что значит, что это для нас значит? То, что мы просто будем перезаходить на уровень, и, по идее, музыка не должна обрываться. Но теперь нужно делать это по-другому. У нас проверка условия, играет ли канал первый. Если он не играет, ну, не играет канал первый, то загружается у нас вот этот музыкальный файл в канал 1 и играть начинает. Все. Это все, что нужно сделать, чтобы музыка все время играла, и даже когда мы получали пулю под зад, она продолжала играть. Давайте сейчас я вам покажу. Что она начинает воспроизводиться не... А, ну потому что... Окей. Давайте пусть она у меня просто начинает во всех уровнях воспроизводиться. Давайте вот чисто начался второй уровень.
И, ну и, соответственно, сейчас просто одним условием. Она повторяется, она работает, все как нужно. Это замечательно. Какой минус из того, что мы отказались от сохранений? Просто гигантский. Теперь, к примеру, если вы хотите, чтобы оружие начало сохраняться, вручную теперь это все нужно делать. Добавляем две переменные, которые у нас будут отвечать за оружие. Ну, то есть, вот, точнее, чтобы вы понимали, вы у меня не всегда, может, понимаете, я не знаю, у меня аудитория разная сидит. Я раньше все старые туториалы не понимал. Сейчас уже более-менее мозги что-то шуршат. Надо музыку еще вырублю, я вам ее показал, то она громкая, писец. Вот, я, допустим, с пистолетом зашел на вооружение. Про что я говорю? Подстрелял патроны, получил пулю под зад. Мне их никто не вернул. Почему? Потому что игра не помнит об этом. Тут нам как раз пригодится вот эту переменную, которую мы только что ввели. Чтобы они у нас сохраняли, у нас вот машины коснулись, у нас игры статус равен 1. Он у нас равен 1, значит что? Игре надо запомнить, сколько у нас было патронов до нашего Армагеддона. Ну, все это вот так вот спокойно делается. Новые переменные, которые у нас отвечают за сохранение памяти о том, сколько там патронов было и какое вооружение. Ну, вот. Ну нет, просто это за патроны, вот это за вооружение. Просто меняем на... А, вон, можете даже не вслушиваться и не всматриваться в это, если вы не понимаете, вряд ли поймете. И офигенно я объясняю. И статус игре 2 присваивается, чтобы он один раз запомнил у нас сколько было. И каждый раз, когда мы будем загружаться на уровень, ну, естественно, правда, на второй уровень, ну, то есть... Точнее, что я делаю. Каждый раз, когда мы будем умирать, у нас переменный патронов. Точнее, переменная патронов должна будет равна тому, сколько мы запомнили, сколько было патронов до равна. А переменное вооружение должна будет равна переменной, которая запомнила вооружение. Гениальный просто все. Все просто гениальный просто все. Заходим теперь. Вот мы с пистолетом такие крутые, пошли всех убивать. Все, сохранилось. Если я, допустим, сейчас себе выдам УЗИшку с 5 патронами. Видите, у меня УЗИшка теперь. Меня убьет УЗИшка, запомнился. Если я себе выдам 500 патронов и зайду на локацию. Когда меня убьют, у меня будет 500 патронов. То есть вы теперь вручную с сохранениями разбираетесь, если вы решили пожертвовать... Жертвуете сохранениями в угоду бесшовной музыки. Ну, чтобы когда умирали, она воспроизводилась не по-новому. Либо используйте сохранение, и каждый раз, когда вы будете умирать, у вас будет музыка воспроизводиться по-новой. Что звучит отвратительно, честно говоря. Конечно, как-то эту проблему, возможно, и можно решить. Но я на это время тратить не хочу. Ну, и я уже и так достаточно потратил, решение не нашел. Возможно, вы его найдете, пишите в комментах. Я не придумал, как это исправить. Вот, на этом туториал по музыке и звукам закончился. Всем пока!